Друзья мои, всем большой привет! Сегодня мы продолжаем тему цветов и акварелью нарисуем симпатичный букетик. В вазочке там будут у нас подсолнухи, ирисы, ромашечки. Такой очень будет милый букетик. Давайте приступим. Я намечу простым карандашом вазочку. Она будет круглая и здесь такой ракурс, что ее почти не видно. То есть просто наметим вот такой шар. Нет, кресло как скрипит. И донышко там будет. Вот. Теперь я намечу несколько подсолнухов. То есть именно круги, да, они будут в ракурсе. Здесь. Ну там вот как бы не особо будет видно. Но, собственно, остальное мы уже все будем рисовать сразу акварелью. Немножко карандашик лишний можно подтереть, чтобы не торчал, да, там. Ну, вот это тоже как бы не совсем нужная линия. Вот. Так, удобнее, да, будет нарисовать эту вот сторону вазочки. Вот. Давайте приступим к акварели. Итак, начнем с подсолнухов. Да, ну можно вот пока что коричневым таким достаточно светлым нарисовать, собственно, вот эти вот круги, где растут семечки, да. Так. Бумага впитывается, да. Впитывает краску, я имею в виду, что можно будет, когда получше впитает, сразу делать лепесточки. У нас будет несколько слоев, то мы затемним где надо. Ну, там пусть вот так на ракурсе будет. Так, теперь давайте возьмем желтый цвет и добавим в него. Так, там все хорошо видно, надо проверить. Вроде желтый с оранжевым. Мне вот эта кисточка очень удобна, я рисую, все буду рисовать тройкой. Оранжевый, но все-таки побольше желтого. Давайте возьмем. Вот. И делать будем сейчас аккуратненько лепестки. Они острые, да? Вот. И таким образом немножко форма у них может ломаться, да? То есть они там немножко все по-разному лежат. Вот. Ну и так, таким образом, по одному лепестку я, собственно, прорисовываю. Так, и здесь давайте. Так, сюда. Немножко где-то вот они могут поджиматься. Там вообще несколько слоев лепестков. Мы пока первый слой нарисуем. Потом можно будет сделать еще один следующий слой. Ну, пока вот первые слои нарисуем. Давайте я возьму желтый. Посветлее сделать. Вот сюда, да, вот пошли лепестки теперь. Так. Теперь с этой стороны аккуратненько вот так. Так. Да. Ну так, я думаю, тут комментировать особо нечего, просто рисуем лепесточки.
И у вот этого последнего, да, то есть они могут вот немножко в ракурсе, да, он лежать под другим углом. Так, теперь берем коричневый такой темный цвет. И внутри, да, делаем темнее. И по контуру вот, тоже там темнее. Нужно пошире, да, вот эту часть делать. И вот так проходимся по всем подсолнухам. Внутри и по контуру вот этого кружочка. Так, продолжаем, да. Сейчас вот здесь потемнее. Сюда. Таким образом. Ну, здесь вот такое темное пятно. Давайте сделаем. Немножечко я как бы водичкой здесь пройдусь, растушую его, чтобы более плавный был переход. Не такие яркие вот эти вот штуки были. Так. Теперь просто берем желтый цвет. Я немножко в него добавляю лимонного, чтобы он такой поярче был. И добавим аккуратненько еще сюда немножечко лепестков. Другой слой, да, там будет у нас периодически появляться. Так, теперь мне нужно нарисовать ирисы. Берем фиолетовый цвет. Так, не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен и присылать свои рисунки. Так, рисуем ирисы. Вот лепестки, да. Внутри там будут желтые, поэтому я оставляю такие дырки. Мы их заполним желтым. Там форму очень сложно в букете как-то прочитать, поэтому я такими вот лепесточками почти что буду делать. Ирисов достаточно много. Вот. Вот. Таким образом мы их нарисуем сейчас. Вот где-то заполнить пространство между подсолнухами. И несколько ромашечек мы сейчас сделаем тоже вот желтеньким цветом. Поставим там, где у нас будут ромашки, да, такие вот. Цивинки, назовем их так, и голубеньким сейчас пройдемся легонечко, да, сделаем. Лепесточки, да, наметим, как будут идти у них. И потом это, конечно, все нужно будет очень хорошо высушить феном. Так, хотим вот здесь немножко сделаем лепестков. На переднем плане, кстати, можно вот покрупнее тоже добавить лепестки у подсолнуха. Давайте добавим лепестки там торчащие вот. Дальше в букете, да, то есть там много предполагается подсолнухов. Можно немножко коричневым вымазала я лист, сейчас попробую вытереть таким образом краску, да? Отпечаталась, сейчас я размою. И салфеточку можно так убрать. Вазочку я особо прорисовывать не буду. Нарисуем там стебельки, да, будут идти вот. То есть их достаточно много. Букет там полная вазочка, да, потому что цветов много, пышные все. Там они идут. Ну, где-то можно, конечно, поярче сделать их. Ну, я имею в виду стебелечки, да.
листочки, да, будут всякие. Сейчас я посушу феном и продолжим. Высушила феном, что теперь будем делать? Во-первых, где ирисы, да, нужно добавить желтый цвет. Ну, вот такие вот части, да, чтобы они сразу было понятно, да, что это ирисы. Вот у них такая характерная окраска. Теперь берем темно-зеленый и в букете заполняем такие вот пустые пространства. Аккуратненько, вот каждый листочек нам нужно обвести, как бы, да, максимально аккуратно, то есть будет лучше читаться лепестки у подсолнуха, да, и также у ромашек, да, мы лепесточки должны аккуратненько оставить. Вот. Это достаточно долго, потому что нужно максимально аккуратно сделать. Я сейчас поставлю на стоп и заполню все вот это вот внутреннее пространство таким темно-зеленым цветом. И потом будем дальше вместе рисовать листочки. В общем, заполнила внутри, да, я зеленым. Теперь можно там зеленый посветлее взять какой-нибудь и нарисовать какие-нибудь симпатичные веточки, да, торчащие из букета. Ну, то есть листики, да, там маленькие будут. То есть все-таки тут много всяких, ну, как у ромашки, у той же, да, стебелечки. Ну, в общем, добавляем сюда симпатичные веточки разные. Желательно, наверное, максимально тонко это сделать, поэтому взять там веточку, кисточку потоньше. Вот и добавляем аккуратно зелень, да, вот торчащую из букета. Сейчас я возьму желтый цвет и вот как тут такой вот золотарник, да, немножечко добавляем цветочков желтых на вот эти вот веточки, то есть они вылазят из букета вот сюда, сюда, да. И можно немножко таких каких-нибудь коричневых веточек взять, красивых, тоненьких, да, максимально. Как у сухоцветы, да, такие. Не очень получается тонко вот эта кисточка, наверное. Не знаю, стоит менять, не стоит уже. Заканчиваю, да, почти что рисунок. Вот, ну, такие вот, знаете, доделки. Прям такое слово смешное. Вот тут так, немножко другого плана добавляем травинки, да, разные. Вот, и давайте вазочку, да, все-таки немножечко прям ее сделаем, буквально там пару штрихов. Вот. Во-первых, вода там, да, будет. Вот. Голубая, да. И донышко, да, можно сделать. Донышко такое. Симпатичное. Тут, конечно, у меня формат немножко лишний, это бы обрезать в идеале. Светлее, да, сделаю. И почетче, да, можно вот линию, например, вот эту вот поконтрастнее немножко. Ну, тут тоже не перебор, чтобы был, да. Сейчас я, наверное, подсушу феном и пару штрихов на вазочку добавлю. Еще, наверное, надо было показать. Вначале в качестве референса я использовала такую фотографию. Ну, конечно, ее не 100%. В процессе добавляла свои, да, детали какие-то. Давайте вот под вазой, да, вот можно немножко затемнить. Плохо высушила, потекла краска, да. Ну, просто чтобы пространство было, хотела немножко тени добавить. Сейчас еще подсушу и под вазочкой хочется такую более четкую линию делать. Просушила немножко феном, лист уже там выгибался. Давайте вот нолик я взяла. Давайте
синим. Пару линий таких более четких, да. Тоненькую, да. Вот она тут должна быть. Может, немножко даже толще сделать. И вот здесь вот, да, там, где вода. Блин, только не получилось. Сейчас ее попробую немножко водичкой вот так растушевать. Ну, по форме буквально я так, так вот краску положила. Ну, думаю, на этом у меня сегодня все. До новых встреч. Всем пока-пока.